прямо на побережье. Чем пустыннее и недоступнее облюбованные империи, тем больше особей морских львов на нем собирается. Ближе к берегу сильнее слышен громкий низкий звук, похожий на гудок корабля. Это крики морских львов, отдаленно напоминающие рыб из наземных десен, обыкновенных львов. В остальном на львов они ничем не похожи. На суше морские львы кажутся страшными единицами. Тем не менее, громадные морские львы, несмотря на некоторую скованность, при необходимости подвижны на суше. В броске они достигают скоростей бегущего человека и легко вылезают из воды на скользкие и почти отвесные скалы. Морские львы очень умны. Удивительно, что морских львов, так же как тюленей и дельфинов, с прошлого века использовали как морских саперов. Военные обучали их обезвреживать подводные мины. Морские львы спасли жизни многих людей. В поисках пищи морские львы совершают вылазки в открытый океан. Они могут проводить в воде по несколько дней. И все же комфортнее львы чувствуют себя неподалеку от берега, рядом с сородичами. Но сегодня, ради нас, они сделали исключение и прибыли к нам. Yeah.
забывай.